Доброе время суток. Для вас я снимаю видеообзор на данный монитор Asus. Как вы знаете, он очень отличный, игровой, качественный. На нем нету битых пикселей, так как я его сам распаковывал с коробки. В комплекте только не было у него документов о покупке данного монитора, то есть чека наличия. Как я и говорил, коробка и запечатанные провода, то есть питание и HDMI. Сейчас я, как вы просили, показываю вам битые пиксели. Как вы видите, битых пикселей на экране нету. Все хорошо у нее. Засветов тоже никаких нет. Так что можете спокойно приехать и приобрести его у нас в данном магазине по адресу бульвар Новаторов 75, станция метро Ветеранов, или сделать доставку на дом по России и Санкт-Петербургу. Кстати, у него есть еще такая длинная ножка, которая может данный экран монитора поднять и покрутить на 180 градусов или на 360. Очень отлично. Отличный игровой монитор. Он, кстати, еще, я как вижу, он безрамочный. Так что можете приехать и приобрести его. Все функционирует. Никаких засветов у него нет. Так что можете приехать и приобретать. Как я вам ранее говорил, по адресу бульвар Новаторов 75. Битых пиксель нет. Монитор совсем новый. Я его распечатывал с коробки.